Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Форум лидеров молодежного движения Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции. Итоги дня охраны труда. Праздничная выставка-продажа. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 32 энергоблока, 7 энергоблоков в ремонте. Общая выработка на сегодня 103,1% к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 1, 2, 3 энергоблоки, нагрузка суммарная 3160 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 23 дня декабря составила 1,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 87 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 19,3 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Впервые за круглым столом собрались представители молодежного движения из 7 стран – России, Армении, Китая, Украины, Финляндии, Болгарии и Чехии. Масштабный международный форум инициировала Смоленская станция. Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, существующая на международной арене 30 лет, признана уникальным и авторитетным союзом профессионалов. Сейчас меняются условия развития в мире, и современное поколение должно быть готово не только понять и принять эти изменения, но и занять лидирующие позиции. О приоритетах будущего говорили на первом форуме молодежного движения. Альтернатива атомной энергетики на самом деле да и нет. И наша задача показать и доказать, что на самом деле будущее развития атомной энергетики и атомной отрасли в целом. На форуме представители атомных станций сообщили о своем опыте, проблемах, с которыми столкнулись на пути развития, побывали с техническим туром на энергоблоке. Главным достижением конференции стало создание структуры молодежного движения, избрание ее первого президента. Им стал начальник смены реакторного цеха Смоленской АЭС Сергей Шерпаев, который возглавляет молодежную ячейку Всероссийской ассоциации операторов на нашем предприятии. Планируется, что форум станет постоянным, будет определять дальнейшую стратегию. Вполне вероятно, что следующая встреча состоится на Кольской АЭС в 2020 году. Первый раз на российской станции много разной информации получил. Я был очень рад, когда я стоял около реактора, я даже чувствовал миссию по ядерной безопасности. Это первое мое участие в международном форуме ВАО, и поэтому очень много информации я, конечно, новой получил. Но самое важное, что я получил на этой конференции, это искра, которая зажигает желание улучшить свою родную станцию и улучшить работу и безопасность нашей станции. На Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ. Подготовка к работе в зимних условиях». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. По итогам ежегодного осмотра конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в подразделениях САЭС первые места заняли цех по обращению с радиоактивными отходами, цех дезактивации, отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций аварийных центров, конструкторско-технологический отдел, отдел документационного обеспечения. Работники столовой номер 1 Смоленская АЭС-сервис 20 декабря в очередной раз порадовали атомщиков новым оригинальным меню, организовав выставку-продажу столовой административно-бытового корпуса. Вкусный подарок приурочили к Дню энергетика и Новому году.
Работники столовой подарили не только гастрономическое, но и эстетическое наслаждение в виде карвинг-экспозиции на стойках раздачи блюд. Невероятные хризантемы, розы и другие цветы, сотворенные из овощей и фруктов, привлекли особое внимание персонала. Мы представляем на нашей выставке 14 наименований салатов. Это такие как гурман, рыбная мозаика, хейс баклажанов, мясной с черносливом, ну и многие другие. Вишенка на торте стала парочка попугайчиков, сделанная из ананаса и моркови. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания.